Всем привет, с вами я, Аня, и сегодня я снимаю видео назад в школу, то есть покупки канцелярии к школе. И перед тем, как просмотреть это видео, я попрошу подписаться на мой канал, если кто-то здесь впервые, нажать колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы первым смотреть мои видео, поставить лайк этому видео, а также написать комментарий, мне будет очень приятно их почитать. Ну а теперь давайте же начну я вам показывать, что же я купила к новому учебному году. Первое, что я купила, это вот такая вот тетрадь для записи иностранных слов. Здесь много флагов разных стран, потому что это для всех стран. Например, кто-то изучает английский, кто-то немецкий, кто-то французский, ну и так далее. Вот так выглядит на спиральке 48 листов. Здесь, кстати, написано еще dictionary. Сзади выглядит вот так. И это обычная тетрадь. Вот так вот она разлинована в клеточку, там еще написано слово, транскрипция, перевод, урок, тема. И так 48 листов. Затем тетрадь 96 листов с вот таким вот мопсом. Фото на паспорт здесь подписано. Копибук фирма. Здесь серия, вот еще есть три похожих тетрадочки. Но я взяла именно эту с мопсом. Она в клеточку. Вот обычная клеточка. Следующая тетрадь вот такая. С карандашиками голубая. Тоже копибук. 48 листов в клетку. Следующая тетрадь тоже копибук. I love Kitty написано. Здесь котенок. Сзади вот так выглядит. Тоже 48 листов в клетку. Теперь такая тетрадь копибук тоже с попугайчиком. Здесь просто голубой цвет. И она тоже в клеточку. Из той же серии есть еще вот такая вот лошадка, тоже копибук. И тоже в клеточку 48 листов. Следующая тетрадь с бриллиантами. Вот такая. Здесь выглядит вот так. Она переливается еще 48 листов в клеточку. Следующая. Это вот такая тетрадь в морском стиле. Она тоже в клеточку. 48 листов. Вид сзади вот такой же. Тоже морской. Следующее, что мы купили, это вот такой вот корректор. Это корректирующая лента. Я люблю корректор на ленте, не люблю жидкий, потому что долго засыхает, приходится ждать, а надо писать, успевать. Оранжевый. Вот здесь 5 миллиметров на, получается, здесь 8 метров. Да, вот здесь написано корректирующий роллер Информат фирма. 5 метров на 8, без запаха, нетоксичен, удобен в использовании. Следующее, вот такие вот ручки цветные я купила для того, чтобы раскрашивать. Следующее, это уже покупка для мамы. Мама хотела одиночный дырокол вот такой и наконец-то нашла себе и купила. Следующее, это вот такие стикеры клеящиеся. Здесь есть розовый, оранжевый, желтый, зеленый. В форме листочка, фирма Тукзар. Здесь тоже вот вид сзади. Следующий это вот такой вот блок бело-синих листочков квадратных. Эрих Краус фирма уже. Это нам с мамой вот на двоих разделим пополам пачку. Следующее это мы выкупали ручки и карандаши. Вот таких вот два карандаша. Они просто простые. Зеленые. Следующие вот такие два карандаша с ластиками на концах, пазлы. Следующая вот такая вот ручка в форме цветочка. И потом я купила еще себе ручек. Вот такие две ручки. Я очень люблю автоматические ручки, мне так удобнее с ними. Затем вот такие две. Тоже фирма Эрих Краус. А у этих, кстати, Тукзар. Следующее
вот такая ручка. Я не вижу, к сожалению, фирму. И вот такая вот ручка. Они у меня все автоматические. Еще мама купила себе механический карандашик. Тоже от фирмы Erich Krauss. Здесь не видно, светом засвечивает. И еще я купила себе закладки магнитные. Здесь котенок, здесь шпиц, здесь йоркширский терьер, здесь тоже йоркширский терьер, только щенок. Фирма тоже Тукзар. Закладки не всегда нужны, поэтому я их купила. И остались у нас еще тетради и еще несколько предметов. Здесь есть еще «Моя тетрадь лучше всех» написано. Это 48 листов в клетку. Дальше тетрадь «Посмотри на проблему с другой точки зрения» с таким вот котиком. Копибук 48 листов в клетку. Здесь вот такой вид, тоже котенок здесь. Вот так. И дальше тетради уже предметные. То есть не просто общие, а предметные. Вот есть математика. Купила математику, потому что у нас как бы в основном не разделяется на алгебру и геометрию. То есть у нас и для алгебры одна, и для геометрии одна тетрадь. Поэтому пока она не закончится, нам ее менять не надо. И вот я купила общую математика, 48 листов, кубик Рубик нарисован, но это понятно почему. В клетку, естественно. И здесь вот так вот есть, ну там, ученицы, там, классы, школы, тетрадь с справочным материалом по математике. Здесь есть некоторые подсказки. Вот здесь тоже есть. И вот так она выглядит сзади. Еще одна тетрадь, это для английского языка. Со справочным материалом, так она выглядит. Здесь еще тоже подсказки. Она в клеточку, 48 листов. Дальше есть из той же серии «Общество знаний» с справочным материалом, тоже 48 листов в клетку. И есть еще одна серия тетрадей. Это вот биология, вот такой вот дизайн. Мне понравилась собачка, поэтому я ее купила. Тетрадь со справочным материалом, 48 листов. Здесь тоже есть подсказки. Клетку. География из той же серии, тоже такая вот красочная, 48 листов в клетку. Вот. Дальше литература. Как мы будем много писать, нам сказали завести общую тетрадь. Тоже в таком же стиле, 48 листов, но уже в линеечку. И вот такой вот вид сзади. И физика. Тоже в таком же дизайне, 48 листов в клетку, справочным материалом. Дальше дневник, вот такой вот дневник школьный, с клубничками. И здесь еще красная корочка. Вид сзади, полностью вот так с клубничкой. Дальше это мама опять же себе купила, вот такую вот папку опять, с вкладышами. И еще есть... Она себе тоже купила вот такие вот формата опять папочки. Сюда можно вставлять листочки. Дальше это покупка для меня. Erich Krauss. Это формат опять. На вот такой вот застежке. Очень удобной. Она вот так раздвигается и закрывается также. Я туда буду складывать наклейки. Дальше это покупка для мамы, вот такие вот, формата А4, тоже на замочке, на удобном. Потом еще мама себе купила вот такие вот три голубых папочки, они очень красивые, они на кнопочке. Вот так они открываются и также закрываются, формат А4. И последнее, что... Я себе купила, это вот такой вот планшет с зажимом для работы с документами. Но он мне нужен для школы, для школьных мероприятий, вставлять сценарии там и так далее. Вот такой вот зажим, потому что вот мой старый, он уже весь истрепался. И я решила купить себе новый, черный. У меня был синий, сейчас я захотела черный.
Ну, а на этом было все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!